Новый спектакль курганская публика ждала давно. Кого-то привлек жанр, кого-то задействованные в нем герои. С одной стороны грустная, с другой веселая постановка. Трагикомедия с элементами стриптиза «Ladies Night» рассказала удивительную историю оставшихся безработными пятерых друзей. Премьера спектакля собрала полный зал зрителей. Оценить постановку пришли и искусствоведы. Во-первых, любой новый театральный сезон – это ожидание открытий. Потому что в нашем театре в последнее время появилась замечательная традиция. Во-первых, у нас добираются новые актеры. Во-вторых, у нас с каждым новым сезоном поворачиваются какие-то невероятные вот эти вот сценические круги, и мы обнаруживаем какие-то новые жанры. История мужчин не оставила равнодушный зал. Зрители сопереживали и веселились вместе с героями. Постановка обрела неожиданный поворот. По воле судьбы на глаза друзьям попадается объявление. В бар набирают стриптизеров, обещают неплохой заработок. Растерянные друзья, за плечами которых семья и дети, делают волнительный шаг и попадают в удивительный круговорот непривычного танца и пугающей сцены. В спектакле есть все – любовь, разочарование, дружба и успех. Возможно, это и подкупило публику. Зал аплодировал стоя. Воодушевленные зрители поделились ожиданиями на весь театральный сезон. Какого-то вдохновения, творчества. Желаем им успехов в своем творческом сезоне. Здоровья, благополучия их и их семье. Мы все спектакли смотрим. Рады, что вот сегодня премьера будет. Спектакль, в принципе, известный. Я смотрел исполнение других артистов, других театров. Думаю, наш театр не будет хуже. Так что думаю, что все будет хорошо. Желаю театральному коллективу успехов в этом году. Прекрасные постановки. Хотим, и чтобы ладоши устали хлопать. Удивлений, наслаждений. Светлана Епифанова, Юлия Пастухова, Илья Урванцев, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».